Всего в торжественной обстановке наградили 42 сотрудника. Получить заветное звание и должности от инспектора до советника таможенной службы – большая гордость для каждого из них. Для 16 молодых сотрудников этот день запомнится навсегда, ведь именно сегодня им вручили их первые золотые погоны. Ребята уже большие молодцы. Они прошли большой отбор при поступлении в таможенные органы. На данный момент они являются специалистами в области полученной профессии и в самое ближайшее время действительно станут профессионалами в области таможенного регулирования. И хочу сказать напутственные слова ребятам, что только своим честным трудом, незапятнанной репутацией и постоянным самообразованием они добьются действительно больших успехов как по службе, так и в жизни. Да, конечно, я долго к этому шел. Я прошел кадетское училище, целенаправленно поступал по целевому направлению в Гродненский государственный университет для того, чтобы попасть в Брестскую таможню. Поэтому я проделал долгий путь для того, чтобы здесь оказаться. И для меня это очень важно, получить первые свои золотые погоны. Торжественное вручение практически всегда объединяет поколение работников таможенной службы. Молодым специалистам желают ставить перед собой высокие цели и защищать экономические интересы страны, а также брать пример с более опытных коллег. Сегодня начальником Брестской таможни мне было вручены погоны с очередным персональным званием советника таможенной службы 3-го ранга. Для меня большая честь, что результаты моей трудовой деятельности по достоинству оценены руководством Брестской таможни. В нынешних реалиях защита экономических интересов страны является одним из важнейших направлений, в котором таможенные органы Республики Беларусь играют ключевую роль. Уже традиционно для молодых сотрудников проводят экскурсию, в рамках которой рассказывают историю становления Брестской таможни. Это позволяет новоиспеченным таможенникам проникнуться подвигами своих предшественников и дает определенный заряд мотивации добиваться поставленных целей.